Потом резко 4 героя пикнут, у нас будет. Фокс, мы с тобой вниз идем, пошли. Ладно, никто не хочет. Че, танго? Ну, пасти у нас заруба будет сильная. О, все, спасибо. На верхнюю руну или на нижнюю? Сейчас. Наверное, хватит. Че, пойдем 2 по 2? А нас все, да, здесь уже? Раз. У нас вроде... Да, да. Чё, где руны контроля? Был вверху или внизу? О, кстати, предсказание, ребят. Предсказание. О. Ну предсказание. Давай подойдём. Да, Волчар, ты там качай тест, мы тут частенько находимся. Давай, Лост, как Сумаил, старый добрый. Не, я когда смотрю, как он играет мышкой, это забей, он слишком быстро, надо в Осу поиграть. Он как-то мышкой, у него мышка летает по экрану. Надо тренироваться. У нас есть Иллидан, который очень хорошо кликает мышкой, но он почему-то не хочет на штаб. О, у меня это мид классный. Да. Это Carry Bounty Hunter. Вот такая команда, Darrar. Artstyle, Gablack, вот они там все играли, у них очень была любимая страта Carry Bounty Hunter. Убили почти всех, кроме китайцев. Это выходит Bounty Hunter. Ой, хорош. Что творишь, Фокс? А там, неважно, с чем выходит Bounty Hunter, и выходит Друид с Радиансом. И Bounty на это смотрит, все. И вообще, это не вот это. Yes, I grew. Denied. Ой. Without a doubt. Фокс, ты если слышишь, ты так вот фиссуры, давай, когда я бью его. Тогда нам. Хоть будет готов попинать немножко. The spirit moves me. Он сразу стик возьмем. А Хонга? Фокс, руну никогда не чекай, когда 2 удара стоишь. Еще и стоять не смогу. Лучше оставь мне. Интересно, кто пойдет в этот, в Team Secret. Интересно, кто пойдет. В смысле, кто-то в продажу из нас пойдет? Ну, именно из игроков. Там тяжело предсказать. Потому что очень много зависит от характера. Купей любит привредничать. А почему он именно решил там кого-то кикнуть или еще что-нибудь? Не, там Зай сам решил уйти. Он хочет отдохнуть. Что ему? Да, устал. Старенький. Ну, отдохнуть, что бы. Мучиться надо. Он же где-то там, где он там, в Швеции живет. Там хорошее образование. Этих не прощаем. We are agreed. Торопился с курицей. Не, есть всегда подозрение, когда я стою в миде на пудже, что против меня какие-то старики играют, которые по микро вообще ничего не могут. Не, просто все боятся хука. Ты такой думаешь, а паджика легко загнать миде, когда вот этот вот фактор хукшота. Сейчас умрешь, ты, наверное. Что? The spirit moves me. Here I come. Шейкер ушел, ага. Looking good.
Как первый скилл будет? Тебе верно. Давай убьем его. Я домой схожу, поставим. Ой. Я попробую убить снова. Keeping my end up. Че? Какой молодец, что сентри поставил. Yes. Не пожалел. Так, тинкер ушел, если что, осторожно там. Forward. Опа. Кого я нашел здесь? That's the spirit. Бладсикер. Опа, вард. Нашел я. Кто-то отключился, что ли? Мне послышалось, что кто-то пришел. Паунти нет. Кстати, если вы хотите поиграть, и вам нужна мышка, всегда пробуйте Steel Series Sensei. Это которую ты купил? Не, это которая у меня старая осталась. Она реально имба. Она маленькая, удобная, помещается в руку. Я вот на ней в Нави играл. На правах рекламы. Очень легко контролировать. А вот. Почему новую решил купить? Я хочу попробовать Asus Strix. Она эргономичная. Я пару раз на ней играл. Мне она очень... Бьешь? Она мне очень понравилась. В этом в клубе, в Москве Киберстадиуме. Нормально он вышел. Тайминги. Интер верно. Хильнешь как придешь? Ну, когда крипов добьем. Кто установит? I'll spirit you away. Stormy weather time. Let the fight begin. Тут-то мне постоянно вспоминается ESVC 2011, Na'Vi против Lihome. Да, там было Na'Vi. Там Дэндик разошелся, не на шутку. Ну, забыл, во что играет, и один бегал, пока все фармили свои, он один бегал, всех убивал. Если что, у меня ульта есть, могу прилетать. Нам просто так получилось, что герои очень приятные против Фаджика были. Да. Тинкер, там, Вич Доктор. Короче, все на уровне. Типа как-то жестко месим. Ну это за прошлую катку, знаешь. Посмотрел, надо вас. Интервьюерно придешь? У меня вообще хил сейчас нужен, там против Тинкера невозможно стоять. Давай, я приду. Давай, ты заодно убьешь, кстати, его. В соло просто. Я тебе, если что, еще вижу, да. У меня ману мало. Сейчас. Блин, даже к крипам подойти не хочу. Without a doubt! У нас там в чатике. Говорит, рассказать про Т5. Ребят, потом будут истории, пока... Потом истории про Т5 будут. О, Блэксикер. Когда со зрителями будем общаться. Блэксикер бежит. Парни. Давай встречаем. Их двое, видел? Я готов кидать, скажешь только когда. Зип-зап! Да я знаю. Я из-за этого... осторожненько. Колечко будешь брать какое-то? Ой, я? Да не, я хочу себе Владимир собрать потом. Как-то не особо хочется делать золото. То есть ты не хочешь уходить, да? Я правильно тебя понял? То я? Да. Ну да, ну я просто разочек Владимир собрал, у меня так за спектру хорошо что пошло. И на команду
команду полезная там. Мы радовались в студии аналитики, что в 2015 году люди Владимир начали. Это мы думали, уж позабыли. Аккуратно, тут баунти остался язерный. Хорошо. Ой, Тинкер. Что-то у Тинкера не особо. Новый подписчик. MetalDes1993. Большое спасибо, подписчик. Я вернулся. Стримы будут почаще. Так, меня с... Разводи так. Его, разводи. Я за Тинкером. Убьёшь? За Тинкером, а? У меня маны нет. 4-1. Одна секунда, когда оставалось. Там просто баунти со спины обходил. Давайте сделаем ставочку. Если баунти здесь. Кстати, вот по поводу Йоко, это первый парень, который такой очень сильно выделяется. Короче, Йоко покер раздел всех. Вообще, весь все русскоязычное коммунити. Ты как не придешь на этот стол, на котором играли наши ребятки в покер, и у него больше всего фишек, он все время там зарабатывает. У меня есть чувство, что Йоко после этого плюнет и захочет вообще вместо дотки пойти как Элки в покер поиграть. Ну, Элки там, как мы знаем, нормально зарабатывает. Вообще, найс. О! Yes! Надо, наверное, ботл взять, да? А ну, верно, у меня же урна есть. Ну что это? 500 масса, это не шутки. Mm-hmm. Your middle tower is under attack. We are agreed. Я кинул. Looking good. Зря. Вот. Аман. Like the wind. Mm-hmm. I grew stronger. Blow them away. Блудсикер бежит. А, АТПшки нету. Рош. Ну, блин, я ничего не смогу делать. Как вам, кстати, International было смотреть? Вообще смотреть не было. Особо. Да. Я смотрел почти весь. Да? Это Нар... финал вообще изи. Не, ну финал было понятно, что когда Цдэки пошли, что там, семифинал, финал Венеров и полуфинал Венеров, все команды, ну по крайней мере вот все команды, которые шарят в пиках, они смотрели и поняли, что, ну, против конкретно LGD и EG они очень сильно заперлись. Заперлись на том плане, что против них противники играли не в самую, ну, не в полную силу. Там, например, ЕГЭ пикали, да-да-да, ЕГЭ пикали там Тринтов против Фантом Лансеров, ну и там много чего еще, и шансы... Гирокоптеров вроде пикали. Не, гирокоптер норм, но там были такие пики, которые... Не, вообще... ну это да, но когда лейт заходит, гирокоптер не может ничего сделать. Потому что там да. Ну когда у ПЛ там 3000 хп остается, и у тебя 6 тычек есть... Не, ну это хорошо, я бы тоже был не против. Таким полом пошпилить. Не-не-не-не-не. Не, ну там была какая-то игра, я не помню, это с ним была или нет? Ну, пипец. Они собрались, я смотрю, да. Да они решили меня в пол запустить. У них там Баунти Хантер включил Фира. Дром. Не дал и Баунти Хантер так разок на Старладере зажил. Я диффуза соберу, буду щелкать. Пошел бы. I'll spirit you away.
Особенно БХ, который будет в соло бегать, искать. Вот так курьера не оставляете с баунти хантом. Занимаюсь, с баунти там не будет. Он наверх пошел, баунти. Кстати, а курьер могут... здесь вражеский летит сюда. Я ж говорю, он наверх пошел. Видишь, я убегаю. Тактически отступлю. Если кто-нибудь хочет. Народ, могу льтануть? Тому ХП нету. Шторм, давай, смотри. Нормально, 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 нормально. Ты его сам забираешь. Давай я на следующий. Я забрал. Фокс, Фокс думает иначе. Давай. Спасибо, парни. Ты командуй. Так вот, если бы сразу LGD сыграли жестко, или если сразу бы EG сыграли жестко, то финал мог быть бы еще позрелищней. Там была бы могла бы просто рубилова. Но так получилось, что в полную силу играли там с разной периодичностью. Особенно это касается Cloud9. Спасибо, спасибо. Лос, я могу взять обувь и тебя похилить? Не, все. Yes! Your top tower is under attack. Left you a little something. Your top tower is under attack. Without a doubt. Так. Мы ожидали то, что Дэнди на All-Stars матче будет тем самым паджиком, который имеет там плюс 300 силы и будет убивать всю команду. Не, у него там было нормально сил, но что-то не пошло не но, так. Но у него было мало, он еще качался глупо. Он качал рот в шоу-матче 10 на 10, там, это вообще какое-то самоубийство. Но это не надо, в принципе. Да, качал пассивочку сразу, у него бы там резист был. И сила, он бы там вырубал. Ну да. Ух, спасибо, все хорошо. Here I come. А, все. We are agreed. Okay. Так надо курьер мне. Куру, 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 куру. Well said. Фейл. По керри. Что я не понял. А, все. Спектра. Электрикус. Тут не круто получилось. Не очень. А, вдруг пошли. Your top tower is under attack. Что? Зачем доступ покупать? Ну-ка. Давайте проверим. Имею заряд. Это не был сикер в соло боюсь. Прям как сумаю. Сумайло умудрялся, по-моему, Эмбер Спиритом месить Разора. Ну, потому что ты сейчас помогал, но все равно он там нормально месил. Он там, по-моему, выиграл все матчи в Анекс Ван. Нет, нет! Ай, ладно. Бояться, сразу убежал. Может, смоки. Ой, там ДДшка рядом валяется. И она нужна? Нет, я возьму. I'm over here.
double damage. Пост. Как же ты убиваешь? Там наш. Ух. Да. Интересно, он верит? Он спрятался, он спрятался. Да, народ, я вот хочу спрятался, если вот я хочу вот ульта вот есть. Тут. Могу ультануть. Алло. Не, что-то ошибся. Трек получил, да? Прощай. Прощай, Персин. Не на того напали. Развели. На мне еще и так. А чё, у этого блудсикера нельзя снять ничем, даже юлом? Нет, мне вообще ничего не ясно. Даже юлом. Ну не, ЛНК понятно, ЛНК там вообще все на свете комплит почти. У них БХ какой-то вообще пассивный, я думал, он будет по карте бегать, кипиш. А он стоит в миду под тауэром, ничего не делает. Ты его выиграл. Паджик, я тебе сейчас покажу. Блин, ну... Прости, да, я заградил путь. Давай зайдем поглубже. Твои баунти. Да не, бегу. Чекер, уже есть бендаги, вообще классно. Не, у меня тут этот баунти. Народ! Вижу. Я просто другого убил. Тинкер убил, а? А я, кстати, заметил, мне показалось, или у меня сквозь мясы второй скилл идет? Идет сквозь индран. Это жесть, я только что... Просто бил и нормально так бабахал. Но когда один на один остается с мантой в лесу, самый сильный герой, ее почти никто не убивает. Разве еще какой-нибудь там станлокер. Какой-нибудь чекернаут, который может убить сразу иллюзию. На с ультой. Так ладно, я отойду. Это вдруг обрат. У меня почти радик. Топ даггер сбивает тинкера. Да, потанкует. Нормально. Что, влетишь? Да. Да ну нафиг. Хорошо. Смотри, как он там бегает. Нормально получилось, парень. Здесь чувака бомбанул немножко. Да, он сдался. Зато я хоть делик-то сделал. Ой. Мою дивизию! А я-то делик... Тихо. Тавр, ребят, нужно, чтобы мы сдонали. Ты его не выбрал, что ли, да? Не, я его выбрал. А нужно, чтобы мы тавр сдонали. Да, мне тоже. А что, дайте крипам убить тавра. Просто. Наверху как раз там столько просто. Да? Ну 190. Сейчас там крипы, пачка крипов подойдет. 19 зарядов уже. Нормас. Можешь задолжить? Да. Там типа в полете. Так, тавр. Все, надо, ребят, чтобы крипы убили тавр. Нормально, ты так. Даггер второй, ой, даггер второго. Выжить! Выжил. Хорош. Телепошки, телепорта нету. Да блин, я лоханулся надо. Нет, раз никто ничего не делайте сверху. Пусть тавр умрет. Я хочу убить этого. Пусть тавр умрет, пожалуйста. Дайте тавру умереть, потом делайте, что хотите. Этот делик уже делаю, я не знаю, сколько я его делаю. Я неделю делаю его.
Я в Америке пошел сыграть Hero Challenge за Магнуса. Это был самый эпичный Hero Challenge. Я играл 4 игры, и 4 игры я не мог элементарно выиграть. Даже если я играл как суперпотный. На Магнусе я легко сделал. Это нормально, потому что против тебя играли реально какие-то суперзадроты потные. У меня было чуть-чуть по-другому. У меня было 3 игры подряд, когда чувак ливал на 30-й минуте за меня, и мы потом проигрывали. А почему я не мог выиграть? Потому что, просто не убивай его, пожалуйста, Персин, подожди. Короче, почему я мог выиграть? Потому что в Америке почему-то в каждой игре минера берут. Я не понимаю почему, но людям нравится брать минера и сидеть. От Магнуса против минера вообще ничего не можешь. Самый, по-моему, слабый герой. Так, ну, а уйди, дай. Я убегаю. А то лучше даже задана его. Там 10% должно быть. Да, меньше, 10 и меньше. Кто может динамить? Я включу, чтобы ты смог нормально. Спасибо тебе, Фор. Ты стилишь. Ты динай. Нужно, чтобы просто в команде динай. Все, челлендж есть. Её можно сносить, да? Да. Да. Ломаем. О, дегенерацию никто не забрал. А чё вы там развлекаетесь без меня? Да. Я был стол, ждал, чтобы зарядить. Крипа! У тебя просветки нету? Нет, уже. Слышь? Пашни. No. Stupendous. No. А чё вы боитесь? The enemy's middle tower has fallen. Там блотикер уже сэнкшен Яши. И он фармит дальше. У нас проблемы. Well played. The enemy's middle tower has fallen. I thank you. Ты можешь тот хил дать? А, если... кто ты? Ну, интервиверно, я имею в виду. Или у Пурш урна. Блин. Ну, сбивает. Как же он убивает? Это что за приз? А. Это Bounty Hunter. Хорошо. Я вам просто был выделен как-то, как призрак. Надо посмотреть, на какой мышке играет Сумайл. Ну-ка, на какую мышке играет. Мне просто интересно. Да, мышка не важна, у него подушка. У него подушка? Да, у него подушка. А, кстати, это... Что это за подушка?
Это когда спишь там на кресле, там, ну, вообще изи. А, у меня такая же подушка есть, я могу вам показать. У меня зеленая такая. У тебя такая зеленая, да? Да. Так, а у меня X7 мышка нормальная или не очень? X7? Это которая FATECH? Ну, я не знаю, я не разбираюсь просто в мышках, X7 обычно. Да не, любая такая мышка норм, просто я так понимаю, нужна маленькая. Ну-ка, Сумаил... Ну-ка, Сумаил Маус, сейчас посмотрим. Сейчас там. Сумаил Cover Photo, Сумаил Facebook, Gaming Myers for Dota 2. Блин, короче, EG Dota 2. Ну-ка, дайте мне EG Dota 2. Вот они, красавцы.